В Красноярске впервые за много лет устанавливают новогоднюю елку на площади Революции. 22-метровое искусственное дерево уже понемногу вырастает напротив здания правительства края. Ель украсят иллюминацией и верхушкой в форме снежинки. Ближе к концу декабря эта городская площадь и вовсе должна превратиться в так называемый парк света. Он будет состоять из 6 различных зон. Здесь будет и сквер влюбленных, и аллея желаний, и световой тоннель, арт-объект «Звезда». Здесь же впервые за долгое время планируют залить каток. А вот праздничное дерево в конце января трансформируется в 10-метровую кедровую шишку, символ сибирской природы. Как именно это произойдет и как это будет выглядеть, увидим уже буквально через 2 месяца.